Ваня Живьёва. Спасибо, спасибо. Очень приятно. Меня зовут Юра. Мне 36 лет. На данный момент я нахожусь в творческом поиске. Уже так лет 5. Но чем я занимаюсь? Пока я нахожусь в творческом поиске, я решил для себя развиваться и культурно, и физически. Физически это спорт, зарядка, и все, гимнастика. Вот был маленький опыт, пошел на карате. Пошел 4 раза, понял, что-то мне нафиг не нужно. Это больно. Мне это больно, это... Да не вообще за тебя туда пошел. И так, вот недавно научился на велосипеде кататься. Вот такая моя мечта в детстве. Научиться кататься на двух колесах на велосипеде. Вот. Аллилуйя! Моя мечта сбылась. Научи мой друг. Он, когда я ему сказал, что ты будешь, ты умеешь кататься на велосипеде, я сказал, ну, как сказать? Нет! Я говорю, да я тебя научу. Мне тогда был страх при этом и при этом большое желание. Страх вдруг не получится. Вдруг я опять там покатался 3 раза и скажу, это не мое. Юра, давай потом расскажешь.